хотелось бы с вами согласовать возможность бесплатной поездки для ветеранов именно 9 мая и участников войны на общественном транспорте на территории города Вологды. Да, готовы каждый год это делать? Со своей практики, сколько лет на работу, мы, конечно, 9 мая, даже и больше, как практика, оказывали такие, скажем, мероприятия оказывали для участников войны и лиц, которые приравнены к ним. И даже плюс один сопровождающий такой делали. То есть, ну, это как не что-то, какая-то коммерческая жила или что-либо, это просто уважение к тем людям, которые воевали в свое время за нас. То, что касается 9 мая, решение принято, и городской общественный транспорт, это автобусы и троллейбусы, будут провозить без взимания платы категории граждан, относящихся к ветеранам Великой Отечественной войны, к участникам Великой Отечественной войны и детям войны при предоставлении соответствующего удостоверения. Такси 057 9 мая для обеспечения доступа ветеранов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны к месту проведения торжественных мероприятий, именно к параду, будет предоставлять бесплатный проезд для данных категорий по предоставлению соответствующего удостоверения. Обсуждался еще один вопрос о том, что по категории ветеранов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны продлить данную акцию по проезду в городском общественном транспорте без взимания средств. Окончательное решение по этому будет принято 10 мая, но я думаю, что перевозчики все-таки примут его положительно.